Класс. Нет классных фильмов, а теперь еще и ужасный звук. В чем здесь дело? Скажи мне хоть одну причину, почему никто не отвечал. Эй, Ула! Кажется, я нашла влог о преследованиях. Только не говори, что опять следила за кем-то в соцсетях. Сэр! Офицер Ула прибыла на службу, сэр! Прекращайте болтать! Вы решили отдыхать, пока убийца серийный топит все улицы в крови. Уже десятку тел нашли. Айо, Марго, расскажешь подробности? Да, сэр. Недавно мы узнали, что убийца отвечает. Он форму сменив, нападет лишь догнав жертву в тупик. Свидетелей нет? Что ж, будет сложно отыскать их, раз не знаем точных данных. Скажите, где вы их искали? Мы гнались за ними в зоне 5, близ Lover's Lane. Труп покинув за собой, они вмиг скрылись в тень. У девушки порез, брат с дыркой в голове, это 6. День и ночь пытались их искать. Они свое присутствие умеют скрывать. Маскировка помогает им сливаться, так? Говорят, что образ они меняют вмиг, что не дает этих сух настичь. Не успеешь моргнуть, поменяет тело на ходу и ускользнет. Этот жучара та еще тварь. Хорошо. А теперь дадим офицеру Марго флоу. Я думаю, у нее все под контролем, сэр. Не защищай человека, будто слепый глуп. Марго, давай быстрей, пока я с вами добр тут. Да-да, мы справимся, сэр. Насчет тебя были сомнения с провала последней миссии. И об упреках Улы я был наслышан. Эй, это не моя вина. А кого еще, ленивая шлюха? Нет, ты меня не разбудила, ведь хотела быть героем. Ах ты, салат из брокколи, не вздумай тут врать! Тихо! Быстро замолкли обе! Вот координаты следующей миссии. Все остальное за вами. И помните, ошибаться больше нельзя. Ладно, раз уж тебе так нравится лаймовый, вот новый план. В этот раз будешь наживкой ты. Вообще-то, я рождена быть наживкой. Все же и так на меня смотрят. Заткнись! Релиз подготовлен командой CyberCat Studio. Озвучили Зодя, Мигера и Рута. Перевод Допио Десу. Работа со звуком Акакин. Всем спасибо за просмотр.